Привет! Доброе. Доброе, твой кофе. Как ты любишь? Спасибо. А можно еще сироп? Конечно. Спасибо. Держи. Ну и где твой Игорек? Опять опаздывает? Сейчас приедет. Ну да. Когда родители известные врачи, учиться не обязательно. Нет. Ну, правда, Игорь очень талантливый. А еще богатый и красивый. Вот только замуж не зовет, и с родителями не знаком. Ой, Лиль, главное, любит. Ну да, ну да. Привет. Ну что, побежали? Опоздаем на психиатрию, отрабатывать придется. Вы идите сейчас. О, смотри. Все, на сегодня занятие закончено. В смысле? Привет. Привет. Вот свой юбилей, едем к нам. Твои родители хотят со мной познакомиться? А я одета совсем не празднично. Да перестань, ты прекрасно выглядишь. Да у меня даже подарка нет. Пожалуйста, заедем в общагу. Пожалуйста, только быстро. Ладно. Так, а ну-ка, стой. Становись полчетверти. Волосы поправь. Сейчас. Отлично. Так, так, так. Черт, что же... Коль, ну что у тебя за прошлый век? Да что, это полароид. Середина 70-х. Вчера купил. А, есть. Так. Так, пошли. Улыбочка. Заходи. Давай, раздевайся. Ой. Александра Николаевна, здравствуйте, я Маша. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Мне Игорь вам столько рассказывал. Во-первых, я Александра Никитична. О, мамочки, простите, пожалуйста. А во-вторых, Игорь, ты не сказал, что будешь не один? Вот, это боровики маринованные. Мне тетка из деревни прислала. Как раз к столу. Спасибо, но мы такие грибы не едим. Правда? Ой, как жаль. А они такие вкусные. Мам, я ела, они правда вкусные. Да, но вы, по-моему, без пяти минут врач. Вы должны знать о существовании такого серьезного заболевания, как ботулизм. Я слышала, конечно. Только тетя Света, сколько я себя помню, грибы солила, еще ни разу никто не отравился. Не понимаю, что происходит. Игорь, полчаса, как сели за стол. Давай, давай. Не обращай внимания, а. Просто мама не любит, когда опаздывают. Пойдем. Все хорошо, пойдем. Это наш Игорек пришел. Да, но он не один, а с какой-то Машей. Ты чего? Маша. Маш, ну ты чего? Ну куда ты? В общагу. Я тебя еще с отцом не познакомил. Я думаю, это лишнее. Маш. Игорь, мы тебя ждем. Счастливо оставаться. Маш, Маш, Маша! Замерзнет и вернется. Успокойся. И вообще на обиженных воду возьми. Пойдем. Мама. Пойдем. У отца сегодня день рождения. Давай не будем портить ему праздник. Здравствуйте. Ну вот, наш Игорек вернулся. Садитесь к столу. Кажись, живой. Ой, мамочки, подождите, я врач, почти. Что у вас болит, скажите? Рука. Рука? Ой, ей-то надо скорую, сейчас, секунду. Ты чего под колеса бросаешься? Почти врач, жить надоело. Простите меня, ради бога, я вас не заметила. Давайте помогу. Да, я сам. Сейчас я... Это что, кровь у вас? Кетчуп. Ну вот, Андрюха без пиццы остался. Слава богу. Подождите, у меня салфетка есть сейчас. А ты смешная. Вам в любом случае нужно в больницу. Нужно сделать рентген и узнать, что у вас с рукой. Само пройдет. Что значит само? Вы что, вы с ума сошли? А если у вас перелом? А еще может быть сотрясение? Вас, кстати, не тошнит? А? Голова не кружится? Ох. Тихо. Ох, кружится. Ой, аккуратно. Кружится, кружится. Ой, кружится. Так, так вот, вы в любой момент можете потерять сознание, так что вы держитесь за меня, ладно? Сейчас вроде легче стало. Вот поцелуй совсем все пройдет. Шутите? И скажи, куда ты так неслась себя в слезах своих горох? С парнем поссорилась? Жениться не хочет? Почему сразу жениться?
не в этом дело. Ну, а в чем же? В маме его. Хотел меня сегодня с родителями своими познакомить. А мама... В общем, я ей не понравилась. Ведь, ну, Игорь меня даже взглядом не поддержал. Ясно. Жениться не будет. Но ты не расстраивайся, тоже мне проблема. Хочешь, я на тебя женюсь? Вам в больницу надо. Зачем в больницу? Давай лучше в ЗАГС. Хватит шутить уже. А я не шучу. Я серьезно. Может быть, это судьба, а? Горошина. Пойдем? А пойдем. Пожалуйста, я прошу вас, не надо. Я пошутила. Здравствуйте. У вас такое красивое платье. Спасибо. И вы знаете, а мы вот с моей девушкой решили пожениться. Вы нам не поможете? И давно вы это решили? Да, давно. Минут 10 назад. Знаете что, молодые люди, вы в курсе, что вначале подают заявление? Да, простите, пойдемте, пожалуйста. Конечно, в курсе. У тебя паспорт с собой? Я прошу вас, ну очень неловко как-то, ну. Если я что-то решил, то так и будет. Понимаете, если вы нас сейчас не распишете, я, возможно, эту девушку больше никогда не увижу в жизни. Прекращаем уже этот цирк. Хорошо. Ну, пойдемте. Мамочки, может, скорую вызвать? Мне кажется, он сознание потерял. У него просто рука сломана. Можно воды, пожалуйста, ну? Не надо воды. Нас уже расписали. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте мы сейчас с вами вызовем такси и поедем в больницу. Хорошо. Но только после того, как подадим заявление. Хорошо. Мы примем ваше заявление. Но имейте в виду, расписать мы вас сможем не раньше, чем через 2 месяца. У нас очередь. Спасибо. Подожди. Эй. Вот. Тихо. Ничего. Я нормально, сам. Все, пришли. Ой. Слушайте, ну как же вы дальше-то один с мотоциклом, а? Не переживай, у меня у друга здесь гараж недалеко. Так что как-нибудь доковыляю. Ага, не переживай. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуй, Машенька. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуй. Здравствуйте. Вы все шутите, да? Да. Вот я же вам говорила, что там все серьезно. Серьезно это у нас с тобой, а это так, ерунда. Ну что, как говорится, и в печали, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Ой. Ну, до встречи. А куртку? Оставь себе, потом заберу. Здорово, Андрюха. Здорово. О-о-о. Где тебя так угораздило? По классике жанра. Упал, очнулся, гипс. А пиццу нашу я принес в жертву одной прекрасной девушки. Слушай, ты все еще хочешь купить мой мотоцикл? Да, конечно. А чего так? Ты ж без него как без ног. Да, теперь без головы. Деньги нужны. А сделаешь для меня одно доброе дело, я тебе еще шлем отдам. Маш, ну как? Только честно говори, видишь, я еще этикетку не срезала, сказали, если не подойдет, можно будет вернуть. Слушай, Лиля, ты не знаешь, заявление из ЗАГСа можно обратно забрать? Это ты о чем? Я такую глупость сделала. Вы что, жениться надумали? Молодой человек, говорю же нельзя. Посещение только до 10. Пять минут. Маш, идешь с нами? Маш, ты что такое-то, а? Я тебе обзвонился. Она взяла телефон, выключила. Я его не выключила, я его разбила. Ты что-то хотел? А вы куда еще? Я курьер. Кто тут Егорова, Маша? Это я. Я ничего не заказывала. Мое дело доставка. Все уже оплачено. Распишитесь.
Лиль, ты что ли пиццу заказывала? Ой, ребят, да вы чего? Какая пицца? А, так вы разыгрываете. Поздравляю с помолвкой. Свидетельница я без вариантов. Надеюсь, это платье подойдет. Это ты сейчас о чем? Да ладно, конспиратор. Машка раскололась. Сказала, что вы заявление в ЗАГС отнесли. Какого числа гуляем? Да, я замуж выхожу. Вот как? Ну, хорошо, я обдумываю твое предложение. Я не за вас выхожу, Игорь Михайлович. Вы сейчас так серьезно сказала? Очень. Лиля, а что с твоей подругой? Всего хорошего. Да. Ну что они про вас говорят? Ребят, все. Ну, как скажешь. Маш, ты соображаешь, что делаешь? Вы 2 года встречаетесь, а ты все в одну минуту рушишь. Он же правда не вернется. Ну и хорошо. Не нужен он мне. Офигеть. Ты думаешь, что ты говоришь? Он же сын профессора Богдановой. И что? А то! Хорошая квартира, неплохая работа, обеспеченная жизнь. Или ты хочешь на скорой в райцентре всю жизнь пахать? А чем тебе скорая не нравится? Ой, Машка. Подожди, а за кого ты замуж выходишь? Блин. Я уже сама ничего не понимаю. Алло. Маша, выгляни в окно. И моя горошина. Выгляни в окно. Я не могу без тебя. Без тебя. Я жду. Чего разорались тут? Я жду. Подушили обратно. Уходите с газона. Слили меня. Чего вы улыбаетесь? А ну, расходитесь отсюда. Моя горошина. Елена Григорьевна, простите меня, ради бога. Моя прекрасная. По какому праву по газону ходите? Вы вытаптывали всю траву. Боже, мои тюрьмы. Я не могу без тебя. Он не может без тебя. Поцелуй его. Бегом отсюда все! И о том, что родители погибли, тетя рассказала мне только спустя 2 месяца. Я сначала на нее очень обижалась, а потом поняла, она просто хотела оградить 5-летнего ребенка от переживаний, ненужных, как ей казалось. Так что она единственный родной мой человек. Была единственной. А у меня отец умер несколько лет назад от инфаркта. А мама библиотекарем работает. Вымирающая профессия. Но она у меня классная. Мне кажется, знает всю мировую литературу. На брудершафт?
нас с тобой свадьба вот-вот, а ты все по сторонам оглядываешься. Свадьба у нас с тобой только через 24 дня. Нет, слушай, мы всего неделю знакомы. А мне кажется, всю жизнь. Мне тоже так кажется. Ладно, Горошина, научись хорошо. А вечером нас с тобой мама на ужин ждет. Ты что, уже рассказала обо мне своей маме? Конечно. Или мне нужно было ее перед фактом день свадьбы поставить? До вечера. До вечера. Все, хватит злиться, давай белиться. А? Мама, мне, конечно, не сахар, но это же не повод, чтобы портить наши с тобой отношения, а? Фу, какие отношения, Игорь? Нет у нас с тобой никаких отношений. В смысле, Маш? Ну, в смысле, спроси у мамы. Маш. Маша. Привет, ребят. Привет. Обратно же прибежишь. Привет. Что за страсти? Понимаешь, я за муху ее укусил. Просто все нормально было. Ну, это для тебя, Игорек, все нормально было. А нас, девушек, надо постоянно завоевывать. Лиль, поговори с ней, вы же подруги, она тебя послушает. А что мне за это будет? Станешь другом нашей семьи, согласись, а это уже немало. А поконкретней? Ну, для начала поговорю с мамой, и она устроит тебя в интернатуру на хорошее место. Устроит? Устроит. Но, в принципе, помимо Машки есть много других девушек. И не хуже. Это да. Но другие меня не интересуют. Так что иди и вправь ей мозги, пока она глупости не надела, ладно? Вы с Игорем идиоты. Очень глубокомысленное и своевременное замечание. Ну а что, нет? Поссориться из-за такой ерунды. Лиль, во-первых, его мама бы меня сосвету жила, Игорь бы даже не заметил. Мама привыкнет. А с Игорем ты как за каменной стеной будешь. Угу. Скорее, в клетке золотой. А во-вторых, я влюбилась, и кроме Саши мне никто не нужен. А если ты ошиблась? А, пожалуй, ты права. Во-первых, я влюбилась. А все остальное даже не во-вторых, а в десятых. Пожалуйста, давай не будем об этом. Подруги, ну я устал вас искать. Значит так, мы определились с походом. Машка, из тебя пирожки с грибами. Лиля, мы отвечаем за воду и хлеб. Понятно? Есть. Вот. А здесь Санечке 5 в костюме зайчика. Машенька, я тогда над этим костюмом всю ночь просидела. Мне никак не давались вот эти вот уши. Смотрите, что нашел. Ой, какой фотик. Любовь Васильевна, а вы знаете, как Саша руку сломал? Это же я виновата. Ничего. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. Зато он тебя встретил. И, наконец-то, избавился от своего мотоцикла. О, а бусы какие мне подарил? Янтарь, смола, настоянная ветром, осколок яркий солнечного света. Мам. Саш, ты что, продал мотоцикл? Ну, а что такого? Я давно собирался его продать. Мы чай будем пить. А, пойду чайник поставлю. А вы не скучайте без меня. Вам помочь? Нет, спасибо, Машенька, я справлюсь. Улыбнешься? Ой, ну помог бы лучше. Ну и что, где она? Скоро будет. Когда будет-то будет? Прости, пожалуйста, я не знала, что он тоже будет. Может, не поедем? Почему не поедем? Мы ничего плохого не делаем. Пойдем. Всем привет! Привет! О, музычка прибыла! Будет весело! Да, весело! А что ты играешь? Все, от Битлз до частушка одной рукой, представляешь? Круто! Ребят, давайте, заходим. Среди шумных бульваров усталых, где летит в суете все по кругу, мы случайно узнали друг друга. Город тысячи судеб своих нам одну подарил на двоих. Небо синее с лесом в обнимку, над зеркальной склонились рекой.
Знаешь, это, если что надо, у меня сторожка там рядом. Там куры, яйца. Дядь Паша меня зовут. Так. Ну, приехали. Синее с лесом в обнимку, над зеркальной склонились рекой. Я тебя никогда не покину, я всегда буду. Сфоткай. Улыбочка. Хорошо. Бог стараюсь. Так можно без хорошей работы остаться. Ну, что я могу сделать? У них любовь. Коль, пойдем туда? Красиво. У меня для тебя сюрприз. Ты серьезно? Просто у меня тоже для тебя сюрприз. Кто первый? Ну, давай ты. Хотя нет, подожди, лучше я. Санечка. У нас будет ребенок. Это же здорово, Машка! А твой сюрприз? Он, конечно, сравнение с твоим не выдерживает. Чтобы ты точно от меня никуда не делась. Да куда же я денусь от тебя? Ничего. Ничего, это на счастье. Да? Прости. Мы с Гаврушкой сами хочешь. Круто получается. Там еще лифт есть. Саша. Так, ребятки, подождите. Выдвигайте. Хватит. Ой. Что-то я устала очень. Пойду полежу немножко. Пойдем, я спать. Давай, улыбайся, ну чего ты? Все же нормально. А мы будем все. Голова болит. Я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Серега, ну что ты еле-еле, давай. Готово, забирай. Ну что, понимаешь? Пахнет обалденно. Ну а то. Диман? Да. Понимай? Давай. Что, штука на тебе? Отлично. Все будет замечательно. Не переезжай. Хорошо. Да, мам. Да? Анна Степановна, опять? Что случилось? Получится? Я скоро приеду. Ну, ладно. Давай. Открывайся. Ничего себе. Маш. Лиль, мне нужно срочно в город, к утру вернусь. Маша спит, ты ей передай, пожалуйста, чтобы она мне позвонила, как проснется, хорошо? Хорошо. Спасибо. Дядь Паша.
Дядь Паш. Дядь Паш, мне домой надо. Послушайте, ну вы соберетесь когда-нибудь вместе, а? Жека, ну давай! Давай, скорее, скорее! Свет же уходит, давай! Девчонки, ну давайте, пошли! Выбросил бы ты это старье, так и проблема света решилась бы. Да, ты точно знаешь. Ли, ну, тебе что, особое приглашение надо, давай! Колян, весь мир уже давно на цифру перешел, а ты все с пленкой возишься. Объясняю, для особо одаренных. Пленка дает такую глубину, такую прорисовку деталей, что никакая цифра и в подметке не годится. Это смотря какая цифра. Так, меня пока мои раритеты устраивают. В Колькиной комнате скоро можно будет музей фотоаппаратов открывать и за деньги показывать. Так, ребятки. Так вот. Улыбаемся. Саша, где? Маша, Маша! 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 Ребят, вы Сашу не видели? Я не в курсе. Я видела. Ехал в город. Как в город? Почему он меня не разбудил? Абонент вызываемого абонента выключен или находится вне... Абонент не наступил. Так я тоже поеду. С ума сошла? Куда на ночь глядя? Завтра со всеми и поедешь. Тем более гроза надвигается. А вы к Кондратьеву? Да. Так Любовь Васильевна в больнице. Вчера забрали. Боялись инфаркт, но обошлось. А Саша? Не знаю, я его не видела. Простите, а в какой она больнице? Во второй городской. Спасибо. Очень хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Васильевна. Здравствуй, Машенька. Саша где? А он разве к вам не приходил? Я думала, он у вас. Нет. Я ему вот с утра звоню, как полегчало. А у него телефон не работает. И Андрюше не могу дозвониться. Машенька, ты бы не могла к Андрюше зайти. Может, он знает, где Саша. Конечно, конечно. Вы только не волнуйтесь, ладно? Он обязательно придет. Вы как себя чувствуете? Да уже лучше. Зря скорую вызывали, только койку вот занимаю. Машенька, знаешь что? Ты давай вещи свои из общежития забирай и переезжай к нам жить. Договорились, доченька?
Здравствуй. Ты что здесь делаешь? Отец умер. Мне очень жаль. Маш. Я очень по тебе соскучился. Слушай. Давай начнем сначала. Игорь, ты пьяный, да? Пожалуйста, иди домой. Между нами ничего не может быть. Ну почему? Все очень просто. Я Сашу люблю. Но его уже нет полгода. Это ничего не меняет. Я говорила со следователем, он считает, что... Я тоже говорил со следователем, и нет. Надежды нет. Не надо так говорить. Маша, послушай. Это же мой ребенок. Нет. Не твой. Мне все равно, Маша. Мне все равно, я люблю тебя. Послушай, Маша, у тебя и у ребенка будет все. Я буду хорошим отцом, хорошим мужем, Маша. Я не смогу без тебя. Игорь, ты иди домой. Правда, я очень устала. Мне полежать нужно. Наша девочка, я ее сразу выкуплю, хорошо? Ты чем-то расстроена? Нет, нет, все нормально. Ну, я же вижу. Что случилось? Что-то не так с малышкой? Нет, нет, с Танечкой все хорошо. Да, я хочу назвать ее в честь своей мамы, Танечка. Ну и правильно. Так в чем дело? Просто понимаете, оказывается, очень многие девочки будут рожать со своими мужьями и... Обидно стало. Ничего, девочка. Появится Саша. Обязательно появится. И все у нас будет хорошо. Да, Любовь Васильевна, я очень надеюсь на это. Я так... Саша? Саша! Саша! А, Машенька! А, Маша! Ай-яй-яй! Все в порядке? Мне очень больно. Маша! Машенька! Самой красивой мамочки на свете. Ну что, как самочувствие? Уже вставала? Ой, а вы что здесь делаете? Ну, вообще-то, ты у меня в больнице рожала. Я должна тебе заявить, что ты безответственная мать. Мам. Хотя тебе повезло. Кесарева тебе делала лучшие специалисты. Гипоксии удалось избежать, хотя девочка родилась на 4 недели раньше срока. Спасибо вам большое. С ней точно все будет хорошо. Очень надеюсь, что именно так и будет. Чуть позже мы добавим ребенку физиотерапевтом, а с Сашей все будет хорошо. Да, Маша, тебе повезло дважды. Скорая привезла тебя во время дежурства моего сына. Естественно, он присутствовал при родах и первый взял на руки Лизоньку. Какую Лизоньку? Вашу дочь. Почему Лизоньку? Вообще-то я... Потому что это прекрасное имя. Лизавета. Мам, принеси вазу. Нянечка принесет. Ладно, вставай, не ленись. Может, ты мне объяснишь, что здесь происходит? Я сказал маме, что это наша дочь. Ты что, с ума сошел? Немедленно догони ее и скажи, что это не твоя дочь. Моя. Моя, Маша, моя. Елизавета Игоревна Богданова. Господи, это какая-то глупая шутка. Это не шутка, Маша, не шутка. Как только ты выпишешься, мы пойдем домой. Мама уже приготовила для нас комнату. Какую комнату? О чем ты говоришь? Меня ждет Сашина мама. Маша, тебя никто не ждет. Я уже перевез твои вещи. Любовь Васильевна собрала твой чемодан. В смысле? Она что, сама собрала мои вещи? Ну, а чего ты ожидала?
Ты ей никто. С ее сыном вы не были расписаны. Зачем она будет вешать себе на шею чужую женщину с ребенком? Это ее внучка. Ты не должна сейчас нервничать. Думай о ребенке. Машка, я люблю тебя. Люблю. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Только верь мне, все будет хорошо. Скажи «да» и все будет хорошо. Отдыхай. Алло. Алло. Любовь Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Это Маша. Да, Маша. Как ты себя чувствуешь? Я девочку родила. Поздравляю. Любовь Васильевна, как вы? У меня все хорошо. Ты знаешь, я не могу сейчас разговаривать. И потом, ты не звони мне больше. Никогда не звони. Прощай. Сейчас, Верок, колес накачаем и будешь кататься. Пап, тут мальчишки все время пристают. Где ты так долго был? А я не знаю, что ответить. Не знаю, малыш. Не помню. Мама говорит, что ты строитель. Значит, где-то далеко дом строил. Значит, дом строил. Здравствуйте, соседи. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да, как дела? Как документы-то свои уже восстановил? Да я столько запросов отправил. Мне ответ не приедет. Ну а рука что, никак не отпускает? Да ноет. То есть и говорит на погоду. Ну, конечно. Надо ее разрабатывать. Что, Валь? О, здравствуй. Привет. Пойдем, Юрок, я тебе трещотку сделаю. Ты так по делу. Да я это. Я ж Юрочку молочка принесла. Мой, ты сподобился козу купить. Юрка! Юр, что? Молоко пить будешь? Да. Нет. Так на пойди бабке отнеси. А он не любит. Не любит. Только аккуратно давай. Ну, бывают же чудеса на свете, а? Валя, ну, а чего чудеса-то? Я знала, что он вернется. Ты же вы ему чуть не верили. Ну, а как мы могли верить, если мы его в глаза никогда не видели? Ой, Валя. Долго уже? А Юрка-то, Юрка, сейчас, как вокруг Юра, него вьется, а? Почти закончили. Ну, прям не отходит ни на шаг. И свадьба, что ли, будет? Валь, ну, может, и будет. Ну, что же, хуже других, что ли? Лучше других, как же. Спасибо, Валентина Петровна. На здоровье, на здоровье. Очень вкусное молоко. Здрасте, дядь Паш. Здоровье, Рок. Ого, ты вымахал. У меня сегодня день открытых дверей. Привет, Наталья. Привет. Здрасте. Здрасте. А моего не видел? Не видел. Опять? Сейчас его бусурмана как. Давай, давай. Чего ты пришел, я тебя сто лет не видел? Это, Антонина. Королей мне продай пару штук. Знаешь, что такое? Я помню, твоя Наташка говорила, что не будет покупать моих королей. Что я их травой приворотной королю передумала. Это не для нас. А родня приезжает. Родня. Ну, хорошо. Сейчас, подожди. Здрасте. Это ты, Тонькин муж? Да. Долго ж тебя по миру мотало. Слышь, я вроде видел тебя где-то. Может быть. Тонь! О!
А я ведь точно уже встречал где-то твоего мужика. Где ж ты его встречал? Во сне после бутылки. На, держи. Королей получил, деньги давай. Я в баню собралась, давай. Все, давай, иди, Наташке привет. Давай. Ну что вы тут? Немного осталось. Вспомнил. Прошлой весной компания тут неподалеку отдыхала. Я их еще на катере перевозил. И Вова тоже. У тебя же рука еще в гипсе была. Вот, с полицией его искали. Фотографию показывали. Ты все перепутал, морда твоя пьяная. А иди сюда. Да ничего не перепутал. Следователь несколько раз приезжал. Он мне еще визитку свою оставлял. А визитка? Визитка осталась следователя? Саль. Целый год прошел, потерял. Ну, а фамилия откуда он, помните? Саш, ты что, он может помнить? Что это? Ты крысы получил? Тонь! Он уйдет сюда, я сказала! Пьянь! Санечка, родненький мой, ну прости меня, пожалуйста, ну бабу дурную, ну прости меня, пожалуйста. Больше года ты мне врала. Ну прости меня, ну бабу дурную, прости, пожалуйста. Где ты меня нашла? На берегу нашла, к бабе Глаше за молоком ездила, ты там лежала весь мокрый с разбитой головой. Что со мной случилось? Да ну не знаю, я на Саша. Мам, можно на велике покататься? Да, только недалеко. Саша, вот я и подумала, она будет у Юрки, отец у меня муж будет, тем более, что в паспорте штампа не было, и дети не вписаны. Паспорт. Где паспорт? Запрос на установление документов никуда не отправлялись. Это была моя жизнь. Не знаю, что за жизнь. И не знаю, почему я оказался на берегу с разбитой головой. Но я хочу все вспомнить. Санечка, пытаюсь. А как же я? Юрка. Саня. Сыночек, ты альбом нашел. Ну что, вспомнил что-нибудь? А меня? Меня ты помнишь? Thank you.
это мы с тобой на утреннике. Видишь? Вот. А это твой отец. Он умер несколько лет назад. Он был начальником цеха. Там произошла серьезная авария. Пострадало много людей. Он очень переживал. Вот сердце и не выдержало. Да, где-то еще должны быть твои фотографии из техникума. Ты же по профессии автомеханик. Хотел в институт поступить, но не успел. Пошел зарабатывать. Так, где же они? Наверное, здесь. Ну-ка. Что-то я не могу найти. Пойду, сынок, посмотрю в другом альбоме. Мам, я пошел кататься. Только аккуратно, сынок, я тебя прошу. Мам, я не хочу домой. Привет. Привет. Ну, как вы? Нормально. Не капризничала? А как ела? Нормально. Машка, ну вообще хотелось бы более развернутых ответов на мои вопросы. О, прости. Давно гуляете? Давно. Очень давно. Так, ну в чем дело-то? Послушай, мама тебя не съест. Просто она лучше разбирается в грудных детях. Ну хотя бы в силу своей профессии. Да, я понимаю. Все будет хорошо. Пойдем домой. Пойдем. Андрюш, здравствуй. Сашка нашелся. Да, здоров, но, понимаешь, он не помнит ничего. Даже меня. Да, конечно, приходи, может, он на тебя отреагирует. Только, Андрюш, я тебя умоляю, ничего ему не рассказывай о Маше. Хорошо? Ни к чему ему это сейчас. Ну ты даешь. Мне как Любовь Васильевна позвонила, я чуть коньки не отбросил. Что с тобой произошло, Саня? Сам бы хотел знать. Ну а Моцик? Моцик-то свой узнаешь? Ну ничего. Покатаешься, может, вспомнишь чего. Держи ключи. Они мне все равно сейчас без надобности будут. А чего так? Уезжаю на север. Там работенку одну предлагают выгодную, вахтовым методом. Сань, а поехали со мной? А что за работа? По нашему с тобой профилю, механиком. И платят хорошо. А поехали. Ну, владей. Спасибо всем большое. Спасибо, идите. Можете работать. Спасибо. Спасибо, мам. Смотри, какая-то. Ты заслужил. Прекрасный специалист, и коллектив тебя уважает. Отец с тобой бы гордился. Слушай, а ты не передумаешь? А то соскучишься по любимой работе, а? И выгонишь меня из кабинета. Да ладно. Буду сидеть с моей любимой внучкой. Ну, раз ты хочешь посидеть с любимой внучкой, то Маша может выйти на работу, да?
на работу? Кем она собирается работать? Насколько я знаю, диплом она так и не получила. В клинике свободное место лаборантки. Я бы попробовала. Ну, почему бы и нет? Не всем же быть профессорами. Да, Лизенька, да, моя хорошая. А мы, наверное, пойдем в буфет, да? Пойдем в буфет. Сейчас купим чего-то вкусненького. Пойдем. Ну, пошли, пошли, пошли. Да. Сегодня Колька звонил. Приглашал на новоселье. Говорит, что все наши соберутся. Пойдем. Конечно, я ребят 100 лет не видела. Ну что, зайдем? Поздравляю. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Я к Саше приехала. А, так его здесь нет. Когда он будет? Он сейчас здесь не живет. Ай, зря мы с тобой, Юлька, приехали. А он женат, да? Нет, он не женат, он уехал на север, на заработки. Давно? Уже год. Простите, а вы, собственно... Я Тося, Антонина, а это мой сын. Я Юрка. Мы Сашу очень любим и по нему скучаем. Правда? Это хорошо, что любите. Что ж мы стоим? Вы проходите. Ой, я вам там пролей привезла, и вы в морозилку положите. Да. Богданов, слышали, ты защитился. Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Перед вами главврач областного клинического центра, между прочим. О, так за это немедленно нужно выпить. Давайте. Давайте. Вот это да, в 27 лет и уже главврач. Конечно, давайте выпьем. Друзья, судя по всему, перед нами абсолютно счастливый человек. Да, Игорек? Так и есть, Дим. Я абсолютно счастливый человек. У меня любимая работа, любимая жена, красавица. И любимая дочка, умница. Ну, поздравляем. С новосельем вас. С новосельем. Поздравляю. Маш, можно тебя на минутку? Угощайтесь. Отлично выглядишь, подруга. Спасибо. Слушай, как же здорово, что у нас всех собрали, да еще по такому выдающемуся поводу. Да. Квартира — это здорово. Я, правда, еще до конца этого не понимаю. Теперь у Кольки будет собственная фотолаборатория. Я не буду везде натыкаться на куски пленки и реактивы. То есть он серьезно решил уйти из медицины? Серьезнее не бывает. Неделю назад забрала трудовую из больницы. Любовь к реальному человеку оказалась слабее любви к его отражению. Ну, а тебе даже спрашивать не буду. Все и так видно. Красивая, любимая, богатая. Ты чего? Хотя могу предположить, профессор Богданова расслабиться не дает. Не на секунду. Так, ну, давайте выпьем уже. За нас, за всех, за то, что наконец собрались, ребят. Ну. Так. Что? Ура! Вот так уже год я и живу. Саша деньги присылает, а сам не приезжает. Скучаю по нему страшно. Он вспомнил что-то? Нет. Думаю, он поэтому и подался бог весть куда. Чтобы не мучить себя необходимостью вспоминать. Там все другое, новое, с прошлым никак не связанное. Хотя... тот или иной момент больно настигнет тебя в любом месте мира. Это сказала Марина Клингенсберг. Осенние руны. Ну, почему же? Юрочка, бери. Юр, ешь. Спасибо. Сядь. Благодарю. Любовь Васильевна. Я очень виновата перед вашим сыном. Но у меня есть оправдание. Люблю я его. Поэтому вы дайте мне адрес этого Севера, и мы туда к нему поедем. Да вы что? Незачем вам туда ехать.
Хотя я не знаю, а что... Может, и правда вам удастся уговорить Сашу вернуться. Только давайте так, пусть Юрочка со мной останется. Нечего его с собой по поездам таскать. Юра, ты останешься с бабушкой Левой? Ага. Ну, говорит, останется. Можно подумать. Спасибо. Слушай, ты на всех встречах одну и ту же. А теперь внимание. Я вам приготовил сюрприз. Ребята, подходите, давайте, не стесняйтесь. Пойдем. Фотографии с нашего последнего похода. Я тут нечаянно наткнулся на негатив. Вот и напечатал. Здесь, правда, конечно, еще не все, но я обязательно сделаю. Смотрите. Ну, правильно, обещанного 2 года ждут. Коль, ты как с каменного века, ей-богу, с своими закрепителями, проявителями. Горек, ты ничего не понимаешь, это совсем другое. Коль, уволь нас от лекции о преимуществах пленки, хотя бы на сегодня. Ладно, я напечатаю стальные, отсканирую, выложу в нете, чтобы как в 21 веке было. Маш, ты про Сашу так ничего и не слышала? Нет. Синяя стужа, серая мгла, скована белыми льдами душа. Не надо тревожить этот покой, боль, может быть, пройдет стороной. Здрасте! А Саша Кондратьев здесь живет? Они скоро будут. Проходи на кухню, это прямо и налево. Там на плите суп варится. Пригляди за мной. Ладно. Без направления ветер судьбы, скрытые в прошлом ищет следы. Тянется мысли тревожный поток, зов без ответа, путь без дорог. Скоро? Погоди, Леныш, уже почти закончил. Лиля! Что? Иди сюда, быстро. Коль, ну что там? Это Сашка. Видишь гипс? А это кто? Кто? Ну, плохо видно. Да отлично, все видно. Я потом увеличу этот фрагмент и распечатаю. Это Игорь. Видишь белый свитер? Только он тогда в белом был. А на общей фотографии его нет. Этого не может быть. Игорь не мог. Что будем делать? Звонить в полицию? Я не думаю, что они серьезно воспримут эту информацию. Да. Ситуация какая-то слишком надуманная, киношная. Что ты предлагаешь? Я пойду к Игорю. Надо все выяснить. Как убежать от себя и куда? Сжигая мосты за собой навсегда, зная, что там позади, за спиной только зола, только пепел седой.
ты есть будешь? У меня сегодня друг погиб. Горе какое. Сейчас. Пей, Санечка, пухом ему земля. Домой тебе, Сань, возвращаться надо. Ты друга своего храни и возвращайся домой. У тебя там мать одна. Работа, она жизнь везде найдется. Юрка соскучился по тебе. И я. Тоже. И хочешь фото мне подарить на память? Если только на недобрую. Смотри. В лодке двое. Один из них Сашка. А второй с веслом. Видно. Ты ударил ее веслом, он упал в воду и утонул. Плыть он, конечно, не мог. Рука-то в гипсе. Коль. Послушай. Это мой пап здорово. И он сам перевалился через борт. Это был несчастный случай. Да какой нафиг несчастный случай? Ты же человека убил, они с Машкой любили друг друга. Ой, много ты понимаешь в любви. Коль, послушай, Коль, Сашку не вернуть. А мы с Машкой счастливы. У нас ребенок растет, Коль. Сейчас, Коль, сейчас. Сейчас, Коля. Возьми. Надо мне твоих денег. Коля, подожди. Ты должен сказать Маше правду. И пускай она сама решает, что из этой правды делать. Понял? Коля, я расскажу. Я просто хочу, чтобы ты знал, что это была трагическая случайность. Коль, привет. Привет! Рад тебя видеть. Как дела? Да вот и зашел наш друг. На сердце жалуется. Посоветоваться со мной. Уже посоветовался. Жду результата. Пока, Маш. Пока. Что это с ним? Да переоценился. Ты во сколько сегодня заканчиваешь? Мы Лизу на мультфильм отвезти обещали. Я говорю, во сколько заканчиваешь? Мы Лизу обещали в кино отвезти. А, да. Марк, загрузился сегодня. У меня симпозиум до позднего вечера. А вы сходите вдвоем, а? Да, конечно. Хорошо. Маша. Я тебя очень люблю. Знает.
куда где мы сегодня были? Ну и где же? Мы с мамой записали Юрку в школу. Слушай, Сань, только там уклон какой-то. Ничего, Тонь. Парень у тебя же смышленый. Справится. Так, смышленый, давай снимай куртку. Идем мыть руки. Сашенька, как я рада, что вы вернулись. Я вчера по телевизору передачу видела про гипноз. Под гипнозом, говорят, все-все можно вспомнить. Да подождите, гипноз — это когда у тебя что, в голове жируется? Ну, может, ну его гипноз сам вспомнит. То есть включи свет. А? Включила. Можешь выключать. А? Выключила. Сашенька, ты бы был поласковее с ним. Любовью оскорбить нельзя. Любовь чиста, как капелька росы. А Тося очень любит тебя. Знаю. Вот. И лучшей жены тебе не найти. Баба Люба, мама спрашивает, а у тебя есть лишний передник, а то свою она в машинку бросила. Тосенька, да. Посмотри в кладовке, там три штуки висит. А, хорошо. Пап, пошли мотоцикл чистить. Пойдем. Ура! Ура! Так. Боюсь, он Машке ничего не расскажет. Слушай, не нравится мне эта история. Вот ты сейчас шум поднимешь, потом окажется, что ошибся, а людям жизнь испортишь. Я на вызов закрою за мной. Коль! Да, да, хорошо, закрою. Маш, привет. Это Нечаев. Можешь говорить? Я тебе перезвоню. Что ты здесь делаешь? А кто это? Это же, надо же. А я все пыталась вспомнить, куда я ее положила. Ну, Саша, это кто? Нет, ну надо же. Это что же получается, что я этим фартуком целый год не пользовалась? Я в фартуке и нашла фотографию. Любовь Васильевна, что это за девушка возле Саши? Это Маша. Они собирались пожениться. Когда Саша пропал, выяснилось, что Маша нас обманывала. Она говорила, что беременна от Саши. Спасибо ее нынешнему мужу, рассказал правду. Оказывается, ребенок от Игоря, от нынешнего мужа Маши. Понятно. Я только никак не могу понять, почему она всем врала. Спасибо. За что? Ну, за то, что вы Саше фотографию не показали. Спасибо вам. Я решила уехать. Куда? Домой, к маме. Поживу у нее немного, приду в себя. Держись. Спасибо. Я сейчас вернусь. Маша, мне надо с тобой поговорить. Убили. Лиль. Ну ты чего? Он полностью был здоров.
сердце у него не болело. Он при мне приходил к Игорю, жаловался. Я уверена. В фотостудии было все перерыто. А следователь меня даже слушать не захотел. Лиля, я слышал, ты к маме едешь, да? Я думаю, это правильно. Здесь Коля умер. Нехорошая эта квартира. Ну, ты пугаешь меня. Ты же это не серьезно, правда? Извини. Это я так. Спасибо вам за помощь. А почему он не заводится? Нужны батарейки или аккумулятор? А где взять этот аккумулятор? Сейчас купим, не переживай. Ого, какой крутой мотоцикл! Идите, поиграйте, я Юрке пока мотоцикл такой куплю. Саня, это дорого. Идите, идите. Пойдем. Знакома? Господи, Сашка! Да ты где пропадал все это время? Что случилось? Где ты был? Я так ждала тебя. Простите, я вас не узнаю. Это что, шутка такая? Это же я, Маша. Мам, мне скучно без папы. Я после травмы никого и ничего не помню. Стараюсь, но пока не получается. Танечка, Юрка без тебя не хочет играть. Папа, пошли быстрее, ты мне обещал воздушный хоккей. Пойдем. Извините. Маш, ты на часы смотрел? Мы тебе уже обзвонились, Лизу уложили. Ты где была? Я в торговом центре была, Лизе медведя покупала обещанного. Ну что, так долго? Там просто пробка на выезде, и потом еще колесо спустило. До торгового центра 10 минут пешком. Но нам обязательно нужно ездить на машине. Послушай, где? Что где? Медведь где? А, я его в машине забыла. Раздевайся, я сам скажу. Маша, а что происходит? Ты где была? Я же тебе сказала, я Зачем была... Зачем ты мне врешь? Запаска на месте.
Я встретила в торговом центре Сашу. Кого? Он что, жив? Чего ты молчишь? Он жив? Где он? Я не знаю, он меня не узнал. Что значит, он тебя не узнал? Сказал, что после травмы ничего не помнит. Он рассказал тебе, что с ним произошло? А, то есть ты расстроена, что он тебя не узнал, так что ли? Да может, это и к лучшему. Рядом с ним была женщина с ребенком. И он назвал Сашу папой. Санечка, что с тобой? Ничего. Ну как же ничего? Я же вижу, что что-то происходит. Ну что, ну что-то опять не так. Да все не так. Все не так. Неужели ты не понимаешь? Не понимаю. Не получается у нас ничего, Туся. Не получается. Все, я побежал. Вот так. Жду в машине. Хорошо. Оставь Лизу в покое. Дети в ее возрасте должны учиться есть сами. Ну, если бы я не работала, а сидела дома, Лиза давно бы уже все умела. Ну и сидела бы. Толку от твоей работы. Только ходишь неизвестно где и с кем. Простите, а это вы о чем? О твоих вчерашних похождениях. Мы с Игорем во всем разобрались. Неужели? Во всем? Александра Никитична, миленькая, я не пойму, что вы хотите от меня? Я хочу счастья своему сыну. Он в тебе души не чает. Ты хоть понимаешь, ты катаешься как сыр в масле. Машенька, Машенька. Может быть, Машеньке новую машину. А Машенька хочет работать. Вот ей новая должность. А Машенька почему-то все время недовольна. Все время ходит с кислой физиономией. Ладно, если бы не Лиза, я бы тебя ни минуты не терпела в своем доме. Вы меня терпите из-за Лизы, я вас терплю из-за Игоря. И кому все это надо? Зачем нужны все эти мучения? Знаете что? Я прямо сейчас соберу наши вещи, и мы с Лизой уйдем. Тебя здесь никто не держит, а вот ребенок останется в доме. Лиза никуда не пойдет. Ну, это мы посмотрим. Что? Все. Лиза останется с отцом. Господи, да успокойтесь вы уже, она все равно не ваша внучка. Что? Я говорю, что отец Лизы не Игорь. И ты все это время наврала? Да когда Игорь узнает, ты потеряешь все. Послушайте, во-первых, мне от вас ничего не нужно. А во-вторых, ваш сын все знал с самого начала. Это вообще была его идея. Как мы теперь видим, не очень удачная. Машу, ну что происходит? Мы опаздываем. Игорь, ты знаешь, что она мне только что сказала? Что? Что Лиза не твой ребенок. И что ты об этом знаешь? Знаю. И что? Дрянь. Мама. Какая же неблагодарная ты. Мама. Я не могу больше. Маш, не хочу себя слышать. Машуль. Катись отсюда! Никто тебя здесь не держит! Мама, что перестань! Что ты делаешь? Перестань, я тебе сказал. Если Маша уйдет, я уйду вместе с ней. Знай это. Ты останешься одна. Машуль. Живите, как хотите. Маша.
Ну перестань, я ну чего? Ну, перестань, 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 ну перестань. Ну, родная моя, ну перестань, ну ты что? Перестань, успокойся. Успокойся, все будет хорошо. Все будет хорошо, Машка, ну ты чего? Перестань. Слушай, а хочешь уедем, а? Машка, мне в университетской клинике Дюссельдорфа предлагают отделение сердечно-сосудистой хирургии. Поедем? Хочу, да, поедем. Поедем, поедем. Ой, или хочешь, прямо сегодня купим билет на самолет и улетим в Таиланд, а? Очень хочу. Или на Сейшелы, а? Куда угодно. Машка. Не мое это дело, конечно. Но все-таки что у вас произошло, Русичка? Да, ой, Любовь Васильевна. Да не любит он меня. Ну, жизнь длинная. Стерпится, слюбится. Нет. Он эту Машу как увидел, так он себе места не найдет. Как будто бы чувствует что-то. Да ладно. Она замужем давно. И дочки. Не соперница она тебе. Ждать. Может, все как-то и образуется. А знаешь, как сказал Пауло Коэль, если ты желаешь чего-то очень сильно, то вся Вселенная помогает тебе достигнуть этого. Так он и сказал, ты Пауло. Так и сказал. Ну, все. Ну, все, 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 все. Ну. Перестань. Значит так. Саня мой мужик. И упаси тебя Бог подойти к нему хоть на пушечный выстрел. Поняла? О, это что, угроза? Вот смотри, Саню я нашла на берегу, полумертвого, полуживого. Я выхаживала его несколько месяцев, пока он в себя не пришел. Я была с ними в горе, была и в радости тоже была. Я вас поздравляю. А от меня-то вы что хотите, раз у вас так все хорошо? Саня ничего не помнит, но врачи говорят, что он скоро вспомнит. И вот я бы очень не хотела, чтобы ты в этот момент была где-то неподалеку. Вы настолько не уверены в себе? Вот, видела? Видела? Это мне Саня подарил, когда узнал, что у нас будет ребенок. Правда? Правда. Как интересно. Девочка у нас будет, так что держись от него подальше. Послушайте, я на Сашу не претендую, ясно? У меня прекрасный муж. Дочь его считает своим отцом, так что никто вашу семейную идиллию не разрушит. К тому же мы скоро уезжаем жить в Германию, так что всего вам хорошего. А ну стоять. А кто отец твоей дочки? Саша, что ли? Я же сказала, всего хорошего. Саня. Я потом увеличу этот фрагмент и распечатаю. Алло, привет, Маша. Привет, Лиль. Не разбудила тебя, я попрощаться звоню, мы... Уезжаем сегодня. Далеко? Сначала в отпуск, а потом в Германию, в Дюссельдорф. Игорю там работу предложили. Счастливого пути.
скажи, ты уже слышала про Сашу Кондратьева? Он жив. Сашка? Жив? Откуда ты знаешь? Я его встретила в торговом центре несколько дней назад. Почему ты молчала? А что это меняет? Да это все меняет. Нам нужно срочно с тобой встретиться. Лилечка, милая, у меня самолет все равно через 3 часа. Обнимаю тебя. Сань. Привет. Привет. А что ты делаешь? Вещи собираю. Что, мы в деревню уезжаем? Я возвращаюсь на комбинат. Я решил, так будет лучше. Кому так будет лучше? Тебе так будет лучше? Мне, Юрке, что ли? Всем будет лучше. Подожди, а мать? Ты до кого мать больным сердцем оставляешь? Сань, ну что мне еще сделать? Ну, хочешь, я тебе рожу. Ну, девочку рожу, да, Сань, да, пожалуйста. То есть, ну, отпусти ты меня. Сань, ты подумай, куда ты едешь? От тебя ж не убежишь. Прости. Сань. Саша! Тоня! Тоня, что случилось? Тоня! Уехала уж, Саша. Как уехал? Куда? Да комбинат уехал. Уже раз уезжал. Скоро вернется. Нет, нет, это уже навсегда. Что же получается-то? Что кольцо чужое я на палец надела, а счастье не надела. У Маши этой, дочь от Сашеньки. Что? Я говорю, что Саша отец Машиной дочки. Как это? Этого не может быть. Мне же Игорь, Машин муж, он мне сказал, что девочка родилась в срок, и поэтому он, Игорь, отец. Обманул он вас, значит. А как же так? Я же ей... Господи, а что же мне делать? Я с Юркой домой поеду. Вас узнать. Я после травмы ничего не помню. Простите. После? До вокзала поедем? После этой травмы? Слушай, ты как грести ты будешь одной рукой? Дай помогу. Помоги. Слушай, я что хотел сказать тебе. Отстал бы ты от Машки. Как отстать? У нас свадьба скоро. Ну какая нафиг свадьба, а? Мы с ней месяц всего, а муж 2 года вместе. Повздорили, она же мне назло тебя подцепила.
Любит она меня, понимаешь? Любит? Нет, не понимаю. Она меня любит, Игорь. Ты откуда такой пёртый взялся-то? Выкинуть тебя, что ли, отсюда, а? Не получится. Ты что, не понял? Ты лишний. Это ты не понял, а ты лишний. Я все вспомнил. Что? Я все вспомнил, Лилька. Он ударил меня веслом, и я пошел на дно. Чувствую, воздуха перестало хватать, я тогда изо всех сил стал бить ногами. Вынырнул, а лодка уже была далеко. Помню, вода ледяная, в голове шум. Было дико трудно грести одной рукой. Началась гроза, стало темно, а потом... Только яркий свет в глаза, и женщина надо мной склонилась. Это была Тося. Вот Игорь, сволочь. Он у вас с Машкой жизнь отнял. Маша. Мне срочно нужно увидеть Машу. Водички принесешь? Mm-hmm. Что, что? Нет. Алло, Любовь Васильевна, здравствуйте. Машенька, ты где сейчас? Нам нужно с тобой срочно поговорить. Я в аэропорту, мы в отпуск уезжаем. А... Что случилось? Я очень виновата перед тобой, девочка, очень виновата. Я не поверила тебе. Я думала, ты меня обманула, и что ребенок у тебя не Саша. Ну почему, Любовь Васильевна? Лизочка же 8-месячной родилась. Меня Игорь убедил. Сказал, что ребенок появился в срок. Сейчас уже едет полиция. Я тебе все объясню, услышишь? Мы во всем разберемся. Ты, главное, не переживай. Казалось, что она копия ты. Да. Я все вспомнил. Сашенька! Машенька! Доченька! Мое солнышко! Господи! Дети!
Наконец-то мы все вместе. Пойдемте домой. Пойдемте. Пойдем.